Thank you.
Là, ici, également. Олег, чуть пониже ножки и ракеточку перед глазами. Не переведет он туда. Он бы сейчас понял, не отвечал. 4. 4. 2. Вот такие, наверное, стоит заходить. Вот, вот она история, да, с тем, на какие валаны стоит заходить, а на какие не стоит. Вот валанчик завис чуть-чуть. И у вас было времени много. Ну, у Олега было время, в принципе, да. Но он его не знал, сколько всего зависит. А в это время, соответственно, расслабиться и могли сделать спокойно. Лучшее решение. Поэтому вы расслабились, он дошел и подходит. Опа, и прямо вам пойдет. Вы уже не знаете, что находитесь. Вот здесь вот такой вот момент. Да, то есть полетился зависит. Нет, позвольте. Получилось? Бросайте, бросайте руки, то есть такой уставший удар, чуть-чуть туда провести.
такое надо видеть. Большой. Не, ну, на самом деле хорошая траектория. Можно было попасть. Но разница нет, да? А? Не вот здесь снимать. Нет. Еще выше и левее. Он бы срезался чуть-чуть с ракетки. И если бы в угол еще сильнее в угол направили, он бы попал. А так он очень ровно попал по ракетке и взлетел вверх. То есть чуть-чуть бы срезался. Попал в дугу. Красиво, Олег. Реально красиво. Было уже. И опять диагональ, да? Вот смотрите просто логику. Сначала вы делаете мягкий удар, Костя вас переигрывает, и тут же вы делаете удар против себя, чтобы Костя вас переиграл. Но вы же против себя играете в эту левую руку. Почему в левую, вот сюда? Ну, в закрытую. Вы против себя играете. Вы, ваш удар идет против вас. Комбинация против вас. Особенно с учетом того, что, мне кажется, я закрытый с тобой играю лучше, чем ты. Не в этом дело, просто комбинация сама. Больше времени, больше, и
такое. Для комбинации был отличный момент. Нет, ошибка все равно.